То есть вот для сегодняшнего, например, аромата я заказал специальный фирменьш, особую молекулу, Timbersil, которая только-только вышла, и она абсолютно новая, она абсолютно нестандартная. Я ее включил в этот аромат, как секретный ингредиент. А когда будет презентация? А, презентация чего? Она сейчас идет. В данный момент вы на ней находитесь, внимание. Это планета Земля. Почему вы выбрали именно этот дом для презентации? Немножко не понял. А почему выбрала именно это место? Потому что мне нравится Булгаков. Ну и как бы вы все находитесь, в принципе, на балу у Воланда. Правда, Маргариты нет. Есть Джулия. Я не Маргарита. А кто? Я Воланд. Где бегемот? Всех? Нам очень важно, чтобы вам было комфортно. У меня очень плохая память. Меня спросили, когда я вынесла тексты, вы это читали? Я говорю, я это писала, но не читала. Книгу? Я могу, может, что-нибудь из нового прочитать. Если здесь, конечно же, интернет. Плохо будет. Когда? Не думаю, что у нее остается время на сериалы. Я даже свою не смотрела. Читайте Инстаграм. Это реально. Я тоже. Не работает здесь интернет? А, работает. Смотри, мой седьмой айфон. Смотри, мой седьмой айфон. Ну, сейчас не попробуй.